Всем привет, меня зовут Ирина Набок. Сегодня покажу свой вариант дизайна на Хэллоуин. И для начала снимаю предыдущий дизайн керамической фрезой. Делаю форму, укорачиваю длину фрезой. Срезаю кутикулу и очищаю птеригий. Шлифую ногтевую пластину, боковые валики и вывожу форму песочным колпачком. Обезжириваю, наношу праймер. В качестве базы использую Rossi Intense Base. Коррекцию выполняю акрил гелем с помощью верхних форм. Снимаю липкий слой и довожу форму фрезой. Выравниваю излишки у кутикулы и выпиливаю арку ногтя. Делаю итоговый опил формы пилкой. Используя Skin Defender, защищаю кожу от загрязнения при градиенте. Покрываю ногти основным цветом. Рисую основу месяца сначала белой краской и заполняю оранжевым цветом. На этом цвете изображаю глаза, нос. Обвожу черной краской, добавляю блики. Рисую на месяце углубления, как у Луны. Прорисовываю облака и закрашиваю их голубым, фиолетовым, желтым. На водной глади снизу будет прорисован отблик оранжевого от месяца. Прикрепляю к кончику месяца звездочку. Золотистой краской прорисовываю несколько элементов в глазах, на самой звездочке и на водной глади. Покрываю все, кроме звездочки, месяцем матовым топом. Далее беру фосфорицирующий пигмент и прокрашиваю месяц, звездочку и воду. И теперь мой рисунок будет светиться ночью. Звездочку и месяц покрываю глянцевым топом, делая небольшой объем. Вот такой дизайн у меня получился. На среднем пальце я нарисовала замок, склепы, тыквы
и надгробия. Думаю, этого достаточно для того, чтобы провести веселый и приятный Хэллоуин. С вами была Ирина Набок. До новых встреч. Пока!